что это, конечно, позиция утверждений, она как-то вот людям больше нравится, потому что да, все это понимают, что это так и есть. Ну, не правда. Отрицание. Ну, это не нет, слушайте, ну, отрицание всегда. Нет, понятно, я просто отрицание, я много вчера слушала игры с отрицанием. Ну, это иногда вот натянутость, надо взять какие-то такие точки отсчета, которые помогли бы нам вот действительно быть в этом убеждены и это доказать. Они это сделали. Они сделали, что оно защищает потребителя. Они это самое взяли вот эту группу с избыточным весом, с ожирением.